Да, избей эту землю, Егор. Просто изнасилуй. А, ну да, то есть... О, сука. Давай, 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 солнышко гнит! Да все, я уже... Ура! Победа! Спустя 20 минут. Я не верю, ты долетишь. Я не верю, что тебя собьют. Я не верю, что тебя собьют. Я правильно не верю. Да вы иди! Два пулеметчика героиновых наркомана. Неожиданно рядом. Не 28 выстрелов пулеметчика в секунду, а не одного. Он пулеметчика внутри коробки поставил. Нифига он умеет. А, да! Я думал, это перемирие! Пиздец! Ебануться, ноги гнуться. А чё там происходит-то? Мне ж открывается этот... Или мне жопа прям? Понял. ВП лошим. Вас шесть нахуй штук. Блять, я испугался. Это надо, блядь, перепроходить. Будешь бэм. Сейчас, блять, выебу. Блять. Бум-бум-бум-бум. Дын-дын-тын-дын. Дын-дын-тын-дын. Да иди ты нахуй. О, блять, точно. Так, нахуй, опять какую-то хуйню придумал. Thank you.
Очень сильно. Я доел. Теперь начинаю глотать. Ты вернее заглатывать. В моем случае. Иди нахуй, бот. Пиздец. О-хо-хо, а-ха-ха. Как прикольно в клубу драться. Поражение. Да-да, браток. Браток! Держать строй! Я не падать. Подонок. И 1000 синонимов, к слову, тварь. Какой-то Либерна, какой-то Вартандер. Не познал еще истинного кейса. Ну, Вартандер снова Либерна. Отдай. Забрал дверь у пулеметчика. Сначала потесили, потом уволили. Если выставили за дверь, а это выставили, забрали дверь. Шанс этого события равен с инфасос. Надо ебать или верно. Спасибо. Ой, ну спасибо, из 10 одну отбили. Все. А на полностью оплачиваемый день переходит. Четыре, вот эта дверь. Блять, все три портала использовали. Crazy Days, блин, ивент. Новая дверь 404, опять не нашли. Обожаю эту игру, просто действуй кайф. Вот он за хип. Куда иди? Закройся. Да, эту дверь. Вообще хоть куда-то попал. Ну, в теории. Опытным путем мы выяснили, что двери не нужны. Падай! Он упал! Племянчик, героин, потреблял? Так, надо что-то думать, надо что-то делать. Зрители, я тут это попросили с вами подарить, как погода, как вам, как детям, как пиво Денис детей, как дети с пива. Ну, в общем, у меня тут интересный геймплей, обычно его должен был комментировать Артему, у Артема случился форс хатбар, никто не сможет комментировать данную часть. У меня еще выдали все пулеметчики. Еще у меня вымерло щит. Вот. Туда стреляет снайпер. Ага.
Меня бомбят. Мои блять. Меня бомбят. Надо поставить два щита, но это слишком умным, если не одного. Как вам Ива? Желательно написать об этом в комментариях. Поставить, ну там, тон 5 лайков. Артему сказать, что он герой и вообще видео все вытащил на комментариях. Самый интересующий мне геймплей происходит, вообще жесть. Наверное, за ним наблюдать просто неистовое удовольствие. Значит, не могу объяснить, что вы тут делаете. Кстати, должен был до меня сначала пройти компанию овощ, потом получил такой кайф от компании, что время не было. Не знаю, чем бы заполнить еще хронометраж. Кто кого не любит? Я не люблю, например, детей. Потому что они иногда плохо играют в порты. А те, кто играет плохо в порты, те, кто не играет в порты, это объективно умные люди, потому что смотреть на них намного веселее, чем заниматься этим. А те, кто играет в порты, играют плохо, но это, ну, это жесть. Не считая китайцев, они бывают интересны. У нас есть вот друг китаец. Что-то у нас, короче, была история с ним. Сидим мы. Он трижды вылетел с лобби, мы такие, ну ладно, он больше не зайдет. Он нам заходит и говорит, его папа бьет. А я вместо того, чтобы написать это очень грустно, я написал this is making me so sweet. Соответственно, обиделся, что-то на китайском написал, взорвался. Вот. Кстати, история правда правдивая. Правдивая правда, можете верить, можете нет, но в принципе у меня есть это свидетель в виде лысого. Не дяди. Важно не путать. И спамьте лысому дяде, а то это будет грустно. Вот этот пулеметчик очень важный. Поставлю ему друга. Пусть вдохнутся. Может быть, Лехохман? Лехохман. Так, чё бы рассказать? А, Артём сейчас в Анапе, он кушает кукурузку. Еще у него там строчка кокаина. Ладно, надо заканчивать всё это. Так попробуй остыть. О, да, это еще на часа два. Чё, как вы... Вообще, давайте это истории рассказывать. Я попал на канал Фотоида. А, знаете, каким образом? Короче, мы сидели, ходили вместе с ним в бассейн, ну так, по фану. Помню, я, короче, еще тогда не особо играл в форты. Вернее, не с кем. Я не знал, что можно установить фикс и играть по сети. Играл в одного. Короче, гамал. Потом слышу, Фотоид разговаривает с овощем. Ну и, короче, зашел у них речь про Форц. В общем, я подошел к нему. Форц, фига, вы наиграете в Форц, скажите, как можно поиграть. Ну и, в общем, я здесь. По критике скажем. Вот. Ломайся уже, балка, пожалуйста. Немножко подходить надо. Ура! Победа! Неистовое удовольствие. Ну, в общем, вот. Всем спасибо за внимание. Вторая часть будет, только попозже, я устал. А Артёмка пойдет спать. Все.
Всем удачи. Всем пока. Я тебе вытерпел. Победа.